30 мая во всех школах республики прозвучали последние звонки. Обльскую среднюю школу Шумилинского района посетил председатель областного совета депутатов Владимир Терентьев. Для 13 юношей и девушек эта торжественная линейка стала последней в их школьной биографии. Выпускники вышли на школьный двор в настоящей ученической форме. Такая традиция. Было сказано много трепетных слов благодарности учителям и родителям. И все-таки сложно, и год и литва забыть. Последний звонок. Дорогие выпускники, впереди у вас экзамены и новая жизнь. Впереди свершение надежд и мечтаний. У нас будет звучать еще много напутственных слов и здесь, и на выпускном вечере. Легких заданий и билетов, везения и высоких отметок на экзаменах. Со словами поздравлений к учащимся педагогическому коллективу обратился Владимир Терентьев. Особые слова выпускникам. У нас в области, да и по всей республике, есть такая программа возрождения малых городов. Мы каждый год стараемся вкладывать деньги в инфраструктуру. Ну и видите, вот за это время школа наша действительно преобразилась. Когда 2 года назад с Витальевичем приехали сюда и ходили по школе, руководство ни района, ни школы даже не верило, что можно сделать. Работы будем продолжать. Председатель Шумилинского райисполкома Виктор Гуторов вручил директору школы сертификат на 10 тысяч рублей. Необходимо успешно завершить тестирование, сдать экзамены, поступить и найти свое место в жизни. Это очень важно, когда человек находит свое место в жизни. Шумилинский район всегда рад будет встретить вас в любом качестве, любых после завершения любого учебного заведения. Мы все вас любим, будем помнить, уважать. Сегодня мы прощаемся со школой, которая за все эти годы успела стать нам вторым домом. Это огромный и очень важный шаг в новую невероятную жизнь. Я и очень рада за них. Они завершили значительную свою такую веху, да. Я также очень волнуюсь за них, потому что попали они в интересную такую ситуацию. В жизни ожидает их много различных дорог, и я хочу, чтобы они выбрали только свою. Но я уверена за них, потому что они уже все определились, все знают конкретно свои жизненные цели. В добрый путь, выпускники! Всем остальным хорошего, доброго, интересного лета!